Всем привет! Хочу представить вашему вниманию очень удобный гаджет для тех, кто занимается бегами, курсингом и так далее. Это стартовый ошейник Самосброс. Сейчас на этом видео мы продемонстрируем, как он работает. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, мы объясним более подробно. Спасибо за внимание, смотрите наше видео. В общем, надеваем петлю на руку. Берем стропу, продеваем в оба кольца, вот таким образом, и берем в одну руку. Таким образом получается, что надеваем на собаку, и когда мы опускаем, просто падаем. Отлично, молодец.